Я уж давно об этом думаю. Только об этом и размышляю в последнее время. Иду ли я по улице? Спускаюсь ли в метро? Еду ли в троллейбусе? Сижу ли в своем рабочем кабинете? Я думаю о ваших вопросах. Настала пора пролить свет. Постер Бацелона из каталоги ты тоже скажешь? Я и на этот вопрос отвечу. А что такого-то? А если тебя спросят, сколько ты весишь? И на этот вопрос отвечу, нормально. Несколько месяцев назад мы открыли московскую евангелическую общину Воздвижения Креста Господня. Наша литургическая практика сразу же вызвала множество вопросов у людей. И сегодня я на эти вопросы хочу честно и беспристрастно ответить. Задавайте свои вопросы, папа, не бойтесь. А куда иконы вешать? И на этот вопрос тоже ответим. Задавайте вопросы в комментариях и ждите видео ответов. Все, пока.